Сегодня у вас состоялась первая игра. Какие ощущения после нее? Самые приятные ощущения от игры. Просто великолепно. Очень все понравилось. Спасибо большое организаторам за прекрасный турнир. Очень рад участвовать в этом прекрасном кубке. Получили ни с чем не сравнимое удовольствие. Что может быть лучше, чем в воскресенье вечером получить сколько-то голов, не забить ни одного. 9 хорошо. Очень приятно было. Почему такой большой разрыв в счете и что помешало выиграть? Исключительно неудача. Совершенно не повезло. Куча моментов не забили. Соперник случайно забил 9. Ну, как обычно, все понимаете. Судейство было не в нашу пользу. Ну, все, что хотите, то и причины. Не знаю, такое, если серьезно, неприятное ощущение. Ты, блин, закидываешь 15 тысяч, а потом приходят все футболисты и начинают играть в футбол. Ну, невозможно уже на этих футболистов смотреть. Просто хочется уже просто вот в зональную лигу поскорее назад и не смотреть на это все. Не знаю, зачем мы заявились, но, видимо, весело нам заниматься мазохизмом. Какие планы на турнир? Планы грандиознейшие. Значит, так, забить гол. Что еще? Все, наверное. Ну, если мне кто-нибудь из ребят сдаст взнос, я буду очень доволен. Я, честно, еще не поднимал этот вопрос в чате. Наверное, некоторые удивятся, что мы за деньги играем здесь. Ну, если все сдадут взнос, то будет прекрасно. Если выиграем один из матчей, будет волшебно. Если выйдем из группы, то Денис Чеканова ждет прекрасный вечер со мной. Спасибо.